Hoću poblagodariti komande za tri očka, očin važno, hoću poblagodariti bolješika za podršku. Tak je igri poslije pereriva, svegda polučajca očin složnim i tja želim osobeno u nas i čas kada u nas bilo 11 zbornikov, očin mnoga novih igrakov, katori prosto paru dnje trenirovali s nami. Tam je paru igrakov, katori vrnuli se nazad včera, den do igre. Prvi tajm ne polučilo se ničevo, u nas bil plahojno, vo vtorom tajme je to bil Lokomotiv, katori mi videli i ranše. U nas prodlžaje sa bezproigravša serija. Nahodim se sej čas kada mi govorim na prvoj poziciji tablice i zabrali tri očka. Zadaću vipolnili, dvigajem se dalje. Sjo. Сегодня Кирк сыграл 60 минут, Бека-Бека провел полный матч. Как-то можете прокомментировать их игру? Довольны вы их работой на поле? Все ли они правильно делали то, что вы им говорили? Это очень сложно. Я это говорил перед игрой, что это будет, как чтобы понимали правильно. Да, есть лучше, что у нас есть сейчас глубина состава, что пришли новые игроки, и что там можно пользоваться их по-разному. Играть по-разному. Но тоже каждый человек, который понимает футбол, он знает, что это просто невозможно, это не бывает. У нас было сегодня, мне кажется, 5-6 игроков, которые первый раз играли в русском чемпионате. Это просто не бывает, что они будут так сыграны с командой сразу. Им будет нужно время. Такого времени нет, мы должны с этим справляться через игры. Это непростая задача. Поэтому так и получилось, что во втором тайме, когда пускали на поле этих наших, так сказать, наших старых, так сказать, которые больше связаны с этими задачами на поле, так появилась и острота нашей игры, и это что нужно. Так, но они талантливые парни, время чуть нужно, и будем работать. Второй вопрос. Бека-Бека по большому счету играл на позиции Баринова. Вы их видите вместе в связке на поле в течение всего матча? Или они как-то будут чередоваться? Ну, слушай, я никогда не вижу футбол таким взглядом, как обсуждать, если Бека, если Бара, если Куля, если Марадишвили. Это командная игра. Это командная игра. Команда выигрывает, команда проиграет. У нас с начала чемпионата у 7 игр 4 победы и 3 ничья. Я не готов обсуждать с индивидуального аспекта ничего здесь. На поле будут эти игроки, которые это будут заслуживать, которые это будут показывать каждым днем на тренировках и таким образом, что команда может добивать пользу от их игры и добивать результат. Я это говорю, когда думаю пользу, когда может добивать результат. Это что есть хорошо, что у нас появилась глубина состава, так мы можем менять и через игру, а можем пользоваться и разными видами тактики перед игрой. Так, это ответ на вопрос. Спасибо за подробный ответ. Ну, не могу все равно про игроков не спрашивать. Удивило меня лично, честно говоря, отсутствие Рыбуса сегодня, и вместо него выход Максима Петрова. Как-то прокомментируете? Да, Рыбус один из этих игроков, которые вернулись вчера. Вчера он вернулся, если вы помните, он играл средом поздно вечером с Англией, и вот там на игре явился какая маленькая травма. Если смотрели осторожно, я нормально смотрел игру Польша-Англия. Он пришел там последних 15 минут, но мне было видно сразу, что не бегает нормально, что хромает на поле. И нормально связались после игры, и он вообще не тренировал завтра, вчера с командой. Я сейчас вам так могу сказать, он просто сидел на скамейке, если какой любой случай, чтобы со большим риском пришел на поле. Вопрос про Дилерми. В концовке матча дважды или даже больше раз он не выносил мяч от ворот, отдавая его Макею. Это обусловлено каким-то повреждением или просто таким тактическим ходом? Нет, это тактическая задача такая была там в 60-х, 70-х годах, 80-х. Но Гиля тоже, он, я уверен, что вы следили, он играл 3 игры полностью за сборную. У него есть уже, он возрастный человек, наш капитан, и
там есть какая хроническая ситуация с этим Ахиллесом. Если тоже осторожно смотрели игру против Мальты, там во втором тайме он практически тоже хромал на поле, но это было важно для нового тренера сборная, было важно вообще для русский футбол, и он просто как правда боец отыграл эту игру до конца, так как и сегодня. Но мы с ним осторожно делаем, работаем, поэтому что надо ему давать так отпуска, работы, восстановления, терапии и все, что нужно, тренировки, так осторожно, чтобы это Ахилл удержал в этом периоде, который перед нами, который будет сумасшедший, что считается график. Хотелось бы уточнить про Антона. Он, как врач команды сказал, тренировался без ограничений все лето и все сборы. То есть, получается, он получил новую травму, либо он тренировался без ограничений до какого-то момента, до августа или до сентября, до своего отъезда в Германию. Уточните, пожалуйста, этот момент. Ну, я не врач, чтобы я мог уточнить это ответ стопроцентно, но по моим информациям, он, мне кажется, неплохие. У него хроника. Это вещи, которые не новые вещи. Это с Агильем не что-то новое. Это пару лет назад. Это с Антоном тоже. Это что уже полтора года назад. Он попробовал все, чтобы играл с этим болью, но сейчас это надо решить. Просто надо решить эту ситуацию. И я хочу сказать ему спасибо, что он вообще пробовал все, чтобы... Так, через там разные медицины, которые ему сделали легче, тренировал, играл, но это было видно, что это ему мешало. Это уже минимум 6-7 месяцев назад. Это со зимних сборов еще, а может быть и раньше. Так, там есть пару хроника, которых причина есть там раньше сложный график и все, что происходило пару лет назад, но мы должны справиться с этим. Есть надежда, что он к весне уже вернется? Я надеюсь. К весне я уверен. Но это зависит от этого, от начала, консервативную методу, так он находится в Германии, там будет примерно 4-6 недель, не знаю, какие уколы буду принимать, упражнения и все, что нужно, потом попробуем еще раз без операции. На этой неделе закончилось трансферное окно в России. Довольны ли вы его итогом для клуба? И получили вы тех игроков, которых лично вы просили у руководства? Спасибо. Это не так простая ситуация, так ответ. У нас пришли новые люди, которые отвечают за селекцию. Там, мне кажется, 2 месяца назад или чуть больше, не знаю, там, середины июля или что ли, официально. И там есть, они там строили какой отдел. Но я был в курсе, все, что происходит. Это у нас коммуникация есть, и просто так должно и быть. Это так клубы построили такую систему, что... Главный тренер отвечает за результат, нормально, как всегда. Это не только Локомотив, но много клубах. А есть люди, которые занимаются с этим ежедневно, со селекцией, скаутингом, следить за игроками. И нормально это соглашусь в конце с главным тренером. Поразил эмоциональный настрой Франсуа Комано на сегодняшний матч. Игрок чувствует конкуренцию, нападение людей прибавилось, или рад, что живым вернулся с родины? Это хороший вопрос, спасибо тебе. Я очень рад для него, очень рад для него. Это парень вообще играет в отличной форме там с зимой. Очень рад, просто не хватило гола, были и штангли, и моменты, и все в предыдущих турах. Сегодня забил 2 за 35 минут на поле, или 30, сколько бил. Тоже он прошел через непростую ситуацию. К сожалению, я это знаю, потому что я приезжаю из страны, у меня была война, или 2 войны жизни. И я знаю, как это, когда ты беспокоен по этому, что со семьей, если будет война, если будет бомба, если будет все, что война есть. Но он еще раз показал, что он себя показывает как спокойный парень всегда, что внутри есть огонь. И он прилетел у нас, отработал одну тренировку, пошел на поле, забил 2 гола.
Так хочу ему тоже поблагодарить, потому что знаю, что это непростая ситуация для него. И что не бы забыл, хочу поздравить Диму Баринова, одного из наших лидеров, очень важного человека для нашу команду, с днем рождения, тоже с капитанством сборной, Федю Смолова с голи, с капитанством сборной тоже, и всех других, которые добавили хороших результатов и успехов на этом перерыве.